17 июля отмечается день основания морской авиации военно-морского флота России. В 1916 году над Балтийским морем русские летчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. Победа положила начало истории российской морской авиации. За годы Великой Отечественной войны морские летчики совершили более 35 тысяч боевых вылетов. Уничтожили в воздухе и на аэродромах более 5500 самолетов противника. Сегодня авианосцы – неотъемлемая часть вооружения России. Также в этот день, в 1945 году, в Потсдаме началась конференция «Большой тройки» или «Потсдамская конференция». Руководители трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции – Иосиф Сталин, Гарри Трумэн и Уинстон Черчилль – встретились для определения дальнейших шагов по послевоенному устройству Европы. Именно 17 июля в 1955 году в США открылся первый Диснейленд. В Анахайме, к югу от Лос-Анджелеса, штат Калифорния, выдающийся американский мультипликатор Уолт Дисней провел пышную церемонию открытия грандиозного развлекательного парка для детей и их родителей. На строительство первого Диснейленда ушло 17 миллионов долларов. Однако в скором времени все вложения окупились в 10-кратном размере. Только за первые 25 лет парк посетили более 200 миллионов человек. А в Челябинске в этот день произошло следующее. 17 июля 1879 года родился атаман Оренбургского казачества Александр Ильич Дутов. Александр Ильич происходил из рода казаков. Он является участником русско-японской войны 1905 года. Также он является участником Первой мировой войны и участником гражданской войны на стороне Белого движения. В 1920 году Александр Ильич был вынужден покинуть Россию и начал на территории Китая собирать войско для похода на Россию. Но в 1921 году он был ликвидирован чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и саботажем в 1921 году.